Добрый день всем. Сегодня 23 февраля 2023 года. Я хочу поздравить всех наших учеников школы и в первую очередь мастеров с Днем Защитника Отечества. И я обращаюсь не только сейчас к мужчинам, но и к нашим прекрасным женщинам. Никто не думал, что очень важно и глубоко то, чем мы с вами начали заниматься. В 2013 году, находясь в декабре в Киеве и видя, как раскрываются воронки под городом и под территорией Украины, я не мог предполагать, насколько важны наши знания, методы и технологии. И тогда мы ничего не могли противопоставить системе разрушения, негативным программам, которые работают против наших стран. И их задача разрушить, поссорить и уничтожить в конечном итоге. Нашими же собственными руками мы сейчас убиваем своих собственных братьев и сестер. И сами тоже при этом погибаем. То есть защита Отечества, я считаю, это не всегда количество бомб, снарядов, самолетов и танков. И, может быть, самая лучшая защита – это именно недопущение таких серьезных провалов энергетических, таких тяжелых воронок и тяжелых состояний разрушения стран и подчинения их тяжелым эгрегорам. В этой связи то, чем мы с вами занимаемся, первостепенно важно. И особенно сейчас, в очень сложный период, когда есть и глобальные вызовы, как пандемия, например, и локальные вызовы для нашей страны. И, к счастью, наша школа сумела вырасти за эти годы с пеленок, можно сказать, до самых высоких массовых и объемных технологий по защите наших территорий, наших стран и народов. И я поздравляю в первую очередь сейчас тех мастеров, небольшое количество тех мастеров, которые работают и которые сегодня дают результаты на всю территорию России и ближайших стран. Я был несколько дней на отдыхе, и вот я вернулся в Москву сейчас, и я не работал это время, но я вернулся в город с чистым небом. Здесь отличная энергетика. Здесь происходят хорошие процессы, позитивные. И отсутствуют перехваты. То, с чем долгое время мы не могли справиться, годами, даже, может, десятилетиями и столетиями, человечество не могло справиться. Наконец-то мы изучили врага так хорошо, что мы смогли погасить, ну, на данный момент, объективно, мы смогли погасить те точки, из которых происходили массовые перехваты по нашим территориям. Вот посмотрите, мощность Москвы плюс 33, плюс. И это означает то, что мы растем. Это означает, что элита наша, мастера, вы растете. Вы становитесь мощными звездными душами с мощными технологиями. Мы все вместе с вами создаем эти технологии. На базе восточных традиционных знаний мы идем глубже и дальше и мощнее. И я хотел бы в особенности сегодня поздравить наших прекрасных женщин-мастеров, которые участвуют в группе поддержки. Это Микс, Мышка, Агнеция. Ну и, конечно, мастеров-мужчин, мощных наших, которые сейчас уже не только на территорию России убрали перехваты и подавили базы демонические, но и на ближайшие, сами понимаете, какие территории. И в первую очередь хочу сказать, что воронки под Украиной начинают глобально закрываться. Не просто разово, одномоментно, а это система. Потому что мы на данный момент, я считаю, что мы нашли точку, из которой все это шло, и мы сумели погасить это воздействие. Ну, кто знает, есть
Карпаты, и там есть определенная точка, тот, кто участвует, тот понимает, о чем я говорю. Определенная база. Откуда все это вытекает из-под земли. Соответственно, результат будет по-любому. И я желаю вам всем здоровья, благополучия, многих прекрасных воплощений на нашей прекрасной планете Земля в отличное время и в чистых, добрых эгрегорах, этносах, странах. Желаю всем блага и процветания.